Открытый республиканский чемпионат памяти Владислава Мукимова проводился Федерацией настольного тенниса Башкирии. Соревнования проводятся среди мужчин без ограничения возраста. Также в состязаниях приняли участие ветераны от 40 до 60 лет и старше. Играем здесь первый раз. Обычно этот турнир проводился в Нефтекамске. Но по некоторым причинам перенесен сюда. Но я не считаю, что это хуже. Город красивый. Место мне нравится, поэтому ехал я сюда с удовольствием, зная, что меня ждут здесь старые друзья и теплый прием. Соперники, как всегда, молодежный турнир очень представительный, потому что играют профессионалы, причем очень сильные профессионалы, которые и на чемпионате России и показывают высокий класс. Среди ветеранов, надеюсь, в своей категории 50-59 выиграть. А в 40 я еще заявился в 40-49 помоложе. В прошлом году я стал вторым. Надеюсь попасть в призы в этом году. В спортивно-досуговом центре «Агидель» соревнования по настольному теннису проводятся впервые. Новая площадка сможет принимать спортсменов и впредь. Победители и призеры республиканского турнира были награждены дипломами и памятными призами.